памперс надо. Наверное. У нас пока силы остались. У всех есть памперсы стандартного размера, на всякий случай. Дорогие друзья, мы отправляемся с Рубиком на новый такой аттракциончик. Супершот называется. Башня свободного падения. То есть принцип этого аттракциона. Здравствуйте. Принцип такой, что вас поднимает вверх, и потом вы падаете вниз. Так, я думаю, наверное, с той стороны, чтобы нас было видно. Садимся на сидушечку. Вот сюда лучше. Вот сюда. Так, Рубик уже уселся. Не вылетит тут, пробовал с телефоном. Блин, не знаю, как. Подготовка, моральная самое главное. Вот реально не могу, пойду вот страшно. Плохо держится. Она свободная, да. А, что будет фиксировать? Я уже чуть не очканул. Хотел выходить. Свободное падение, оно еще придерживает. Это никак сильно не сильно. Согласен. Да, да. Как вас зовут? Как зовут? Смотрите себя на ютубе. В общем, мы не одни, то есть... Хочу реально. Блин. Вот видишь, там оно как бы быстро, ты не понимаешь, здесь ты идешь. Ты не понимаешь. Это путь для тебя, это мило. Ладно. Держи камеру. Смотри, мы на уровне катапульты капсулы. Да ты надоел так летать-то, а? Да страшно же! Все, все, куда еще? Еще хотите? Ну что, как вам? Это было нечто просто, ребята. Реально круто поднимать. Вот если бы он еще не нагнетал, было бы немножко полегче. А так как он еще говорил, сейчас будет, сейчас будет. Это было фантастика просто.